Всем здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы сегодня будем обсуждать очень важную тему, тему психогенного бесплодия. И я, в общем-то, думаю о том, что она может стать для кого-то действительно сегодня важной и изменяющей судьбу темой. Начать я бы хотела с небольшой информационной заметки для тех, кто, в общем, следует за мной, для тех, кому интересно и приятно узнавать какие-то вещи в моем исполнении, в моем производстве. Много чего меняется сейчас в моем бизнесе, в мире моего бизнеса, и поэтому хотела проинформировать вас о том, что YouTube — это очень съедающая история, да, по поводу времени, и поэтому я бы хотела, конечно же, быть намного ближе к тем, кому нравится все то, что я делаю, к тем, кому интересно все то, что я делаю. Поэтому, наверное, мы с вами, друзья, будем больше переходить в другие форматы общения. Сейчас на экране вы видите ссылки там, где мы с вами будем в большей мере встречаться и общаться, и там наверняка будут появляться чаще, и там есть возможности контактирования более тесного, нежели вот просто в виде видеозаписи. Итак, в основном мы переходим теперь с вами в Telegram, ну и плюс остаются соцсети некоторые. Телеграм-канал общей направленности, то есть там, где можно будет отслеживать все анонсы по всем сферам моей деятельности, и по языкам, и по книгам, и по культурам, и по психологии, вы видите первой ссылкой на экране сейчас у себя. Ну и, конечно же, я также оставлю ссылочки внизу под видео, надеюсь, они будут кликабельными. Этот канал будет глобально информационный, оттуда вы можете как бы не потеряться, найти все, что я делаю, и перейти в нужные вам сообщества. Далее у нас идут сообщества по психологии ВКонтакте и также в Телеграме. Там у нас будет исключительно все по психологии. Обязательно подписывайтесь туда, потому что сейчас будут создаваться отдельные также каналы по психологии, по отдельным отраслям, которые вы сейчас увидите, то, что я буду рассказывать. Поэтому важно не пропустить ничего новенького для тех, кому это будет очень-очень важно. Значит, все, переходим туда, подписываемся туда, там все будут анонсы. И также по языкам. Собственно, вы состоите ВКонтакте в определенной группе, где было тоже раньше все, теперь там будут только языки. И скоро вот в общей группе в Телеграме будут также анонсы, куда мы будем переходить для отдельных языковых каналов, чтобы там, в общем, было больше практики, больше общения. И также будут создаваться отдельные микрогруппы для отдельных микроцелей. Здесь я думаю, что мы, конечно, будем взаимодействовать, но явно реже, так как я сейчас, в общем-то, в том месте, где не особо YouTube приносит какое-то удовольствие и удовлетворение, поэтому мы переходим к более тесному общению. Много новостей, я надеюсь, я их расскажу, анонсирую в другом видео. А пока вот я приглашаю вас в новые соцсети, обязательно подписывайтесь, не теряйтесь. Каждый из вас мне дорог, потому что практически каждого из вас я знаю. Практически с каждым из вас мы общались лично, и поэтому я вас очень-очень жду вот, собственно, в указанных группах. Все, анонс закончен, двигаемся к работе. За то время, что мы с вами намного реже общались, я, естественно, того самого ценнейшего ресурса в жизни человека под названием «время» не теряла, и, в общем, я с удивлением и для себя, с абсолютно чистым сюрпризом, обнаружила, что у меня уже, в общем-то, 7 дипломов по психологии. И это здорово, это был такой мощный брейнсторминг в плане и жизненных перемен, и образовательных перемен. И вот сейчас вы на экране можете видеть все мои теперь титулы и названия. Помимо того, что я просто психолог, я клинический психолог. Напомню, да, о том, что я еще и семейный психолог теперь. И, в общем, то, чем я горжусь, и то, о чем мы сегодня будем разговаривать, я теперь еще и перинатальный психолог. Ну и много чего вы видите на экране, в том числе то, с чем я могу вам помочь. А сегодня наш сказ с вами будет о психогенном бесплодии. И эта тема, вот о чем я говорила в начале, я очень надеюсь, я очень хочу, чтобы сегодняшнее видео смогло, помогло изменить жизнь очень многим женщинам, очень многим семьям. Я прям очень хочу, и вот действительно, я прям вкладываю в это свою душу, свое сердце. Мне очень хочется, чтобы началом, именно вот этим видео, да, мы положили начало росту семей, счастливых семей, да, росту счастливых родителей, счастливых детей. Мне очень хочется, чтобы благодаря тому, что я могу для вас сделать, родилось очень много классных, здоровеньких детишек и образовалось очень много счастливых семей. Психогенное бесплодие – это такая интересная зараза современного времени, которая, в общем-то, можно сказать, ударила, да, по здоровым женщинам больших городов в большей степени, конечно же. Начнем именно с этой истории о том, что наверняка у вас есть, может быть, вы и сами являетесь, да, примером того, что я сейчас расскажу.
Когда женщина очень амбициозная, переезжающая в большие города, имеющая большую карьеру, ну или просто, да, ведущая там какой-то очень активный образ жизни, профессиональной жизни, может быть, даже не в очень большом городе, но женщина, которая взволнована и обеспокоена своей карьерой, чаще всего это портрет, да, девушки, которая будет одинока лет до 35, а может быть и больше. Она сначала достигает, убегает от своих детских травм, будем говорить откровенно, раз уж мы про психологию вещей, и убегает от своих травм из предыдущей родительской семьи, залатывая дырочки в своей душе, она уходит вся в карьеру, а потом появляется в ее жизни какой-нибудь мужчина, а может быть они и были эти мужчины, да, то есть там приходящие и уходящие. И она обнаруживает себя где-нибудь к 40 годам, что, в общем-то, партнер есть, да, есть какая-то личная, да, интимная жизнь с этим партнером, а беременность все не наступает. А иногда бывает даже так, что девушки прям выходят замуж и активно начинают становиться мамой, а этого не получается на протяжении там нескольких лет. Это абсолютно неудивительная, абсолютно нередкая история на сегодняшний день. И вот начинаются круги хождения по докторам. Доктора все говорят, либо как один, да, говорят, что у вас все в порядке, работаете над этим вопросом, либо находят всякие истории. Ну, мы сегодня знаем, да, что основная причина бесплодия – это именно вот психогенное бесплодие. На сегодняшний день бесплодие как физиологический, биологический, анатомический процесс – это, в общем-то, достаточно курабельная история. То есть это все излечимо, очень все быстренько приводится в порядок, а дальше все равно беременность не наступает. И вот уже кучу манипуляций эти девушки бедненькие проделывают, да, то есть проходят кучу этих гормональных терапий, может быть, даже делают какие-то операции, как это было модно очень раньше в этом направлении, а беременность все не наступает. И дальше начинается целое вваливание вот в этот большой-большой клубок психологических проблем из серии про то, что я какая-то недоженщина. Этой серии того, что я никогда не смогу там родить ребенка, подарить сына мужу, вот, в общем, продлить свою жизнь, да, продлиться в лицах своих детей, и, в общем, распространить свои гены, ну, это уже так, конечно, на эволюционно глубоком уровне, но тем не менее. Начинаются думы о том, что я никогда не смогу жить со своим мужем полноценной жизнью, я буду все время ощущать чувство вины. А плюс окружение, которое все время давит, бабушки, дедушки, когда же вы подарите нам внука. И, в общем, заканчивается все тем, что женщина чувствует себя тем самым пустым высохшим деревом, да, которое, в общем, не способно дать какой-то отросточек, какой-то плод, да, какую-то частичку себя и некое продолжение своего рода. И на самом деле, я вот так быстро сейчас и все так на одной ноте, в общем-то, рассказываю, на самом деле это глубинная боль. Это большая, это очень мощная, я бы сказала, да, энергетическая история про то, что тянет нас в депрессию, про то, что тянет нас к некому отчаянию, и, в общем-то, вся жизнь может пойти под откос. Как бы то ни было, мы, конечно же, будем с вами, я создам отдельное видео, тоже будет очень интересно, про феномен Child Free. Как бы мы не манили себя замками, да, и воздушными там историями про карьеру, про свободу, про вот этот child free и про вообще не надо, и зачем, в общем-то, нужны дети и все прочее, я расскажу вам об этом, дорогие мои друзья, что все это большая психологическая травма. Самые рьяные представители движения child free, женщины, которые сейчас, вот, да, может быть, даже будут смотреть это видео и будут бить себя в грудь и говорить о том, что нет, дети – это плохо, я никогда их не хочу, потому что и это вообще не психологично и не глубоко. В истоках этого мышления лежит большая глубинная травма, травма отвержения в детстве и очень много чего еще. Об этом мы, конечно же, побеседуем. Так вот, портрет девушки описан, это успешные девушки, это очень часто девушки, пользующиеся спросом у мужчин, или наоборот, это девушки, которые живут очень скромной жизнью, это может быть даже молодые семьи, это большие города, это очень много дел вокруг, но тем не менее, девушка хочет ребенка, но ребеночек не получается, он не приходит в ее жизнь, не приходит в этот мир, и это очень сильно расстраивает. Что же с этим делать? В этом случае на помощь приходит глубинная психотерапия так называемого психогенного бесплодия. Вне зависимости от того, что говорят доктора, да, то есть идите, у вас все нормально, или давайте мы вас еще полечим, бывают огромное количество тех случаев, когда даже с терминальным, да, уже вот прям доказанным якобы диагнозом бесплодия, что вот прям вообще вы никак не можете иметь детей, случаются истории, когда дети в семье появляются. Появляется один, за ним еще, и, в общем, все становятся очень
счастливы, кто к каким методам прибегает. Я очень часто говорю о том, что мы все где-то там ищем истину, кто в Тибетах, кто там в религии, кто в каком-то образе жизни, кто в ЗОЖ, да, кто еще где-то. Мы все придумываем, что где-то что-то там случилось, и вот теперь мы будем жить по-другому, и мы вымолим, да, вымолим, получим, выпросим, как угодно, это самое дитя. А на самом деле далеко ходить не надо, не нужно ездить по Тибетам. Все внутри вас, все абсолютно внутри вас. И вот здесь глубокая психотерапия именно данного бесплодия помогает распутать клубочек, в чем причина вашего бесплодия, как, да, изменить ситуацию и все-таки ощутить это потрясающее чувство материнства. Я еще почему делаю это видео, да, потому что, ну, все из вас знают, что моему сыночку уже годик, нам 27 марта исполнился годик, и я ощутила это счастье материнства, тоже, в общем-то, не в девичьем совсем уж возрасте, скажем откровенно, да, но я теперь просто понимаю, насколько это важно, насколько это прекрасно, и насколько важно для женщины быть мамой, насколько это необыкновенное чувство. Это вот просто не описать словами, это надо целые книги, наверное, описывать, что это должно случиться. Каждая женщина, она рождается для того, чтобы стать мамой. Первично, что бы кто бы ни говорил, первичное предназначение женщины – это быть мамой. И в этом невероятно громаднейшее счастье – быть той самой мамой. Именно поэтому я делаю это видео, для того, чтобы суметь помочь женщинам, которые поистине хотят детишек, этих детишек, в общем-то, получить в своей жизни, да, осчастливить себя, осчастливить свою семью. Это абсолютно возможно. Если коротко, то, конечно же, мы будем анализировать ваши установки на материнство, да, то есть мы будем говорить о том, в связи с чем вы хотите стать матерью. И здесь тоже, на самом деле, вам кажется, что, ну как, для чего? Вот можете поставить сейчас видео на паузу и подумать, для чего вам становиться матерью, какой мотив для того, чтобы стать матерью. И вы увидите, что вы начнете рассказывать огромное количество чего-то, что на самом деле внешнее, не глубинное, не внутри вас рожденное. А вот мы будем докапываться именно до этих причин. И очень часто именно из-за неправильных мотивов мы не можем получить ту самую беременность, потому что мотивы не те, потому что были травмы, потому что огромное количество историй связано на самом деле с тем, как выстраивались детско-родительские отношения у этой женщины. А в частности, это дочь и мать. Вот какие были отношения с вашей матерью? Как проходило ваше детство? Какие сценарии, грубо говоря, прописал в вас ваш род для того, чтобы вы вот теперь так живете, как живете? И как освободиться от этих ненужных предписанных сценариев и, в общем-то, начать жизнь с нуля, да, с чистого листа и писать там свой сценарий, а не подчиняться вот тем не очень хорошим вещам, заложенным в нас, нашей культурой, обществом. И, к сожалению, порой, не порой, а, наверное, чаще всего нашими самыми-самыми близкими людьми. Это печально на самом деле, но мой хорошая новость заключается в том, что когда вы все осознаете, когда вы будете правильно выстраивать свой путь материнства, ребенок обязательно появится, он обязательно придет в вашу жизнь. И, в общем-то, вы сможете ощутить то самое невероятное счастье материнства. Никакого бесплодия на сегодняшний день глобального не существует, если у вас сохранны все ваши репродуктивные органы, если не было какой-то травмы, если ничего не удалено, то каждая женщина имеет шанс стать счастливой матерью. Для этого просто нужно разобраться в глубинах ваших травм, их излечить, переписать все сценарии. Это достаточно сложная работа. Когда вы попадете на мой сайт, и вы увидите, что главной темой всего того, что, в общем-то, я несу в мир, является то, что путь к себе, он самый сложный. Он действительно самый сложный, он самый долгий. Нам только кажется, что мы можем инсайтом что-то понять в мире психологии. Это действительно так. Но перестроить свою жизнь, даже понимая поломки, поведение, отношения и прочего дела, даже понимая, где, в общем-то, есть проблема, очень сложно вышкалить себя, выучить себя, научить себя жить совсем по-другому. Но те, кто этого действительно хочет, может к этому прийти. Этого я вам желаю. И мы будем создавать также отдельную группу по перинатальной психологии. Это очень большая сфера женского здоровья, женской жизни, женской психологии. Невероятно интересно и
познавательно, да, то есть знакомиться со всеми своими особенностями, о которых вы даже, девушки и женщины дорогие, даже не подразумеваете. Я очень надеюсь, нас там будет много. Я очень хочу, чтобы через какое-то время рождались детишки, и вы меня о них информировали, и это будут тоже какие-то там слегонца удаленно веточки от древа, которым мы с вами вместе будем являться. В общем, очень мне этого хочется. Жду вас на консультации. Как всегда, полчаса ознакомительной консультации – это, в общем, ваше право. Абсолютно бесплатно. Обращайтесь, пишите. Все ссылки, я надеюсь, будут под видео сохранены. Если нет, отмотайте в начало. Там есть, будет текст. Если что, вбиваем все прям вот пальчиками, ручками и приходим ко мне на консультации. Очень вас жду. Ждем детишек вместе с вами. Хорошего времени. Мы на связи. До свидания.